Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Очередная информация по делу Рамиля Шамсутдинова. Шамсутдинов признался в том, что он совершил все это в состоянии эффекта. Тюменец Рамиль Шамсутдинов признался в массовой ликвидации сослуживцев в совершенном состоянии эффекта. Данное признание прозвучало во время судебного процесса. Об этом сообщает портал Чита.ру. По мнению адвоката подсудимого Равиля Тугушева, данные показания означают частичное признание в совершении преступления. Тем не менее, сторона обвинения попросила конкретизировать действия потерпевших, приведшие к состоянию аффекта. Ранее уроженец Вагайского края заявлял, что действовал как в тумане. Причиной стала длительная бессонница, поскольку, по его словам, Шамсутдинов спал не более 4 часов и постоянно учил устав. Стоит отметить, что обвиняемый принес извинения многим родственникам погибших и одному выжившему, но отказался это сделать в отношении вдовы старшего лейтенанта Данила Пьянкова. Как заявлял срочник, Пьянков не давал ему уснуть и всячески издевался, поскольку Шамсутдинов отказывался чистить унитаз по приказу, а также ошибся в момент обращения к старшему по званию. Такая вот, друзья, информация. Я же в свою очередь продолжаю следить за тем, как развивается дело Рамиля Шамсутдинова. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.